Привет всем! Вы опять на канале Радужная Пони. И мы продолжаем открывать следующие пакетики. Я помню, это у нас повторочка. Когда ему дочка говорит, запускайте типа их на этих дедов и бабушек. Запускайте их на воздушном шаре. Повторка. А вот это, наверное, когда русалочки вставали пони. Да, это то. Это повторка. Это когда что-то, наверное, случилось в этаже, не знаю. Повторка, наверное. Ну, не наверное, точно. Это, наверное, они... Это да, они прыгают. Это одна птичка их несет в воду, а бычок не любит воду. Пинки Пай меряет их. Повторочка. Это Пинки Пай скачет на пташке. Блестяшка. Это ворон или что? Следующий пакетик. Ой. У нас осталось 200, у нас осталось 24 пакетика. Вот. О, это же когда крышка Бель, Apple Bloom и Скута обнимаются. И радостные такие. Это повторка. Это они что-то листами, наверное, делают. Не знаю. Это повторочка. Это, не знаю, вроде это повторка или нет. Ну, я положу там, где... Ну, я думаю, что не повторка. Это, наверное, тоже не повторка, я не уверена. А, это же Пинки Пай злится на мужа Мод. Вот. Это тоже, это повторка для кошек, что-то питает какого-то жучка. А, это повторка. Карточка блестяшка Рарити. Наверное, серия. Это не повторка, это одна птичка, наверное, питает что-то фотошай про себя. Но это не повторка. Это, наверное, пони хотят, что... Или не хотят, наверное, пугаются, что сейчас эти все конусы, они слеплены вместе, и сейчас будет очень большой салют. Это фотошай что-то стало важной. Повторка. Это повторка. Это директор школы злится на них. Это Пинки Пай бычок. И маленький бычок. Пинки Пай застрела папа маленького бычка. Это повторка. Это же Рейнбоу Дэш в шлеме. Ой, куда ты упала, Рейнбоу Дэш? Ты хотела летать? Да. Такая. У нас же есть такая же. У нас есть такая же. Повторочка. Так. Это, наверное, какой-то... Это какой-то плавальный пони, это плавальная русалочка светится, наверное. Да. Они все смотрят. Искорка Apple Bloom из Кутау смотрит. Это Спайк рассказывает что-то, наверное, это когда фотошей будет выходить с Селестией. Это повторка, они что-то делают. Могу себе сметь какой-то одет. Это не повторка, это он куда-то что-то везет. Или повторка, не помню. Это не повторка. Это был Джек учит учеников. Это Пинки Пай опять на птичку стрельнула. Блестяшка повторка. Нет, вроде это повторочка, да, это повторка. Это что-то они делают сперва. Это пони, это две пони поют, это Apple Bloom. Они дают 5 Apple Bloom
Скутову и Крошкабель. А Крошкабель я побум еще как-то поют. Поют. Это Пинки Пай уже подружилась, наверное, с мужем Мод. Это она опять злится на мужа Мод. Повторка. Это Рейнбоу Дэш учит учеников. Повторка. А это Искорка смотрит вверх, крыло расколола и ножку подняла. Радостная такая. Не повторка. Пинки Пай плачет. Повторочка. Непонятно из-за чего. Но это серия Мод. Селестия и Искорка куда-то летят. Селестия такая важная. А Искорка, наверное, боится. Повторка. Это уже нам попалось. Где это бабуся Смит? Что-то куда-то идут. Бычок обнимает их всех. Повторка. А Селестия говорит что-то, а Спайк смотрит на нее и записывается. С Искоркой. Повторка. И блестяшка наша. Карточка. Блестяшечка. Смотрит на ее выражение в лице блестяшка. И что с тобой? Сейчас откроем еще один пакетик. Повторка. Дракоша же одна говорит маленькому дракоше что-то. Повторка. Это... А так уж Кабель с кутовой Apple Boom смотрит на ожерелье пони русалочки. Ой, какая превратилась в пони. Ой, вот. Посмотрите, что у нас дальше. Это же одна пони. Блестяшка, не помню, как ее зовут. И Рарити Блестяшка. Вот Рарити Блестяшка. А это пони, не помню, как ее зовут. Вообще не знаю, как ее зовут. Это Пинки Пай что-то подговаривает Мод. Повторка. Это же ихний замок. Не повторка. О, это же Спайк обнимает такую птичку важную. Это такую, не знаю, кто это, но обнимает. А ну кто там у нас видел, кто-то блестящий. О, Рейнбоу Дэш с бабушками и дедушками там пришла куда-то. И выражение лица вообще смешное, наверное, что оно доброе. Повторка, это они обнимаются. Муж и ученик, мама и то есть его женщина и ученик, старый и один, наверное, ее муж или что, или непонятно вроде. Подружились, повторочка. О, это Крошкабель с Кутау и Apple Bloom смотрит на карту. О, это же Рейнбоу Дэш блестяшка, посмотрите, вот такая и такая. Это они устали писать. Повторка. Это Фотошоп Блестяшка обнимает енотиков. Повторка. Это Эпплджек Блестяшка и Бычок Блестяшка. Вот такой Бычок Блестяшка и Эпплджек Блестяшка. Продолжаем открывать. Блестяшка и Эпплджек на что-то непонятное смотрит. Повторка. А другие карточки у нас Фотошайн сделал, наверное, как чай выглядит, не знаю чего. А Рати типа думает, говорит хорошо, на самом деле не хорошо. Это куда у Крошкабель и Эпплбум смотрит на ожерелье, ожерелье плавающих пони, но они превращаются в нормальных пони.
Эх, лапша и обнимает своих любимых енотиков. Наверное, не просто. Искорка. Искорка уставшая, непричесанная. Пинки пальточки принес своей на голове. Наверное, куда-то готовится. Повторка. Апл Джек раскидывает яблоки. Хочу показать, которые она, наверное, учила этого. Повторка. Ой, смотри, так много карточек у нас. О, кто это у нас? Пинки, две пинки по блестяшке. Вот такая пинки по блестяшка и такая пинки по блестяшка. О, это же Rainbow Dash и Fluttershy. Но вот у меня они уже есть. Да, уже наклеенные, поэтому повторка. А ну как то у нас там? Вау, это же Applejack и Искорка. Повторка, это, наверное, одна Райти заказала одежду, а продавец ее не стоит, наверное. Не повторка. О, это же замок. Это же какой-то замок. Это, наверное, замок. Замок Луны, наверное, был когда-то. Или что? Такой замок? Да, он такой магический. Не повторка. Фотошей Пинки Пай. Ну, наверное, не повторка. Все-таки повторка, да, повторка. О, блестяшки! Это Rainbow Dash упала на деда. Деда блестяшка. Наверное, упала или что? Мы открываем последний пакетик на сегодня. И посмотрим. Надеюсь, мы сможем забрать ту коллекцию блестяшек. Нам не нужно еще три. Три, тогда вот. Ладно. А, это повторка. Это Райти что-то говорит, наверное. Не знаю, короче. Повторка. Это они устроили, наверное, какой-то праздник или что. Повторка. Это Суарин показывает Rainbow Dash что-то. Повторка. Это она, эта искорка хочет открыть своей магии ключ. Повторка. Это Дракуша показывает, что эта пони сделала. Повторка. И последняя карточка блестяшка. Это Пинки Пай. Щеки затеснула блестяшка. Вот такая блестяшка Пинки Пай. Пока. Увидимся в следующее видео. Радужная пони. Пока.